Тихо, не болей, тихо. Так. Меня здесь нету. Во. Да. Положил. На той стороне есть станция. Оттуда доедешь в Адермир. Понятно. Увидимся. Спасибо. А что ты с ним будешь делать? Ты просто хотела его похоронить? Так. А попить ты не хочешь? Зачем сразу падать? Могла бы сказать то, что не хочешь. Торва, разберитесь с этим безумцем и его машинами. И верните Соколова, он мне очень дорог. Да, без проблем, братан. Опа, белая крыса. А я белую крысу схавал. Как тебе это? Ой, ну да ладно, как будто никто не ест белых крыс. Да. Опа, здорово! Как тебе на нашем корабле? Сперва я была как в тумане. Это плохо. Мне уже лучше. Да? Так давай выпьем за это. Я возьму один стаканчик. Потом возьму второй стаканчик. Что? Я же хотел взять лишь второй стаканчик. Так, давайте представим ситуацию. Вы взяли отсюда книжки, почитали и захотели поспать. Где вы поспите? На диване? На кресле? А может лучше на воздухе? Вы меня немного, извините, что беспокою, но вы немного не там спите. Давайте я вам немного помогу. Можете спать спокойно на диванчике. Неудобная поза, но думаю, вам удобно. Так. Что дальше? Опа, здорово. Тебе нравится эта собачка, да? Давай я тебе немного помогу с ней сблизиться. Собачка есть своего хозяина. Это так мило. Во-во-во, а на меня не надо. Меня хавать не надо. Молодец. Так, световая стена, да? Как мне его перебраться? А, вот так вот. В чем? Телепортация. И вот так вот. А, так тоже не могу. Мне нужно туда, я хочу туда. Тихо. Что происходит? Точно кто-то есть. Надо осмотреться. Ну зачем вы меня спалили? Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. На всякий случай, на... Оп. И все трое упали. Все тоже спокойной ночи. Вот и все. Все спят, а я могу взять и умереть, потому что я спалился, а мне нужно пройти по стелсу. Хорошо. Если я настрою устройство Эшвард, то она лишится силы. Да. Тогда я так и сделаю. Вот сюда. Тихо, кто меня палит? Зачем? Ну, зачем ты меня начала палить?
Это вы меня хотите убить, что ли? Ну, допустим, я хочу упасть с высоты. Ладно. Слишком много слов, давай ты просто заткнёшься. Во! Они сделали то, что я их попросил. Вот и выпуску конец. Досмотрел ты, молодец. Лайк, подписка на канал и чтоб комменты я почитал. Выпуск по Dishonored, игра просто базару нет. Всем здоровья, всем добра. Ну тут Tom Fox, всем пока.